Раша 101. Приветствую, в эфире Раша 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Наглухо тонированных автомобилей в Кирове по-прежнему много, несмотря на постоянные предупреждения о том, что затемненные лобовое и передние боковые стекла существенно влияют на безопасность. По данным ГИБДД, за 11 месяцев этого года дорожные полицейские наказывали любителей тонировки 4,5 тысячи раз. Размер штрафа за данное нарушение – 500 рублей. Трасса 101. В России за год в результате ДТП по-прежнему умирает такое число людей, которое можно сопоставить с населением небольшого города. За 10 месяцев 2020-го в автоавариях на дорогах страны погибли более 13 тысяч человек. По сравнению с тем же периодом 2019-го показатель уменьшился лишь на 5%. Между тем, поставлена задача к 2030 году добиться снижения смертности в ДТП до 4 на 100 тысяч населения. Сейчас цифра в 3 раза больше. Трасса 101. Водителям разрешили самостоятельно заниматься формированием автомобильной аптечки. Покупать готовый комплект будет не обязательно с 1 января. Об этом говорится в соответствующем приказе Минздрава. А ранее ведомство озвучило перечень вещей, которые должны находиться в аптечке. 2 трехслойных маски, 2 пары резиновых перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, стерильные салфетки и лейкопластырь. Трасса 101. Законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать автомобили без ведома их хозяев, может быть доработан. Пока в списке оснований для вскрытия, к примеру, угрозы теракта и массовые беспорядки. Но туда планируется включить такую причину, как нахождение водителя в состоянии опьянения. Поправки, говорят их авторы, продиктованы жизнью. Нередко пьяные шоферы прячутся в машине, чтобы уйти от наказания. Трасса 101. В Краснодаре начали испытывать новые пешеходные переходы. Отличаются они тем, что бело-желтые полосы на асфальте в темное время суток подсвечиваются 2 мощными светодиодными проекторами. Из-за этого переход становится виден издалека. Причем в плохую погоду тоже. В случае успешных тестов такие переходы, возможно, появятся и в других городах. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.